Ленинский парк культуры и отдыха погрузился в молодежную атмосферу. Здесь каждый сможет найти себе занятия по душе. Ты киберспортсмен и не представляешь свою жизнь без компьютерных игр? Танцор, певец, рэпер, музыкант или занимаешься спортом? Для любого представителя молодого поколения найдется место на фестивале «Эпицентр», который проводится в Щелкове второй год в честь Дня молодежи. В этот раз количество площадок заметно выросло. Сегодня у нас просто невероятно классный, крутой подарок для молодежи. Мы подготовили 15 площадок, 7 из которых конкурсные. Просто развлечения на любой вкус. В эпицентре всех молодежных субкультур побывал и исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Горелов, который по достоинству оценил праздник и поблагодарил Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью и комплексный досуговый центр «Навигатор» за организацию мероприятия. Больше всего руководитель муниципалитета проникся игрой FIFA 2019. К площадке по киберфутболу он возвращался дважды. Сам праздник в самом его начале мне уже понравился. Юность – это один из самых лучших периодов жизни человека. Это тот период, когда человек может себя использовать и попробовать как в искусстве, так и в политике, в спорте и в культуре. И при всем при этом молодому человеку всегда все будет по плечу. На спортивных площадках парка команды соревновались в стритболе и волейболе. Рядом проходили чемпионаты по армлифтингу, отжиманиям с покрышкой и берпи с канатом. Кроме того, любой желающий мог попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова на скорость. Отсоединяем магазин, снимаем с предохранителя, проверяем наличие патронов в патроннике, делаем контрольный выстрел, убиваем шомпол, снимаем крышку, достаем возвратный механизм, вытаскиваем затворную раму. Затвор из затворной рамы, поднимаем флажок, опускаем крышку. Разборка автомата Калашникова окончена. Одну из площадок организовала молодежное крыло местного отделения партии «Единая Россия». Молодая гвардия приготовила сегодня гвардейский кросс. Такие квесты для ребят, для молодежи, чтобы могли поучаствовать. В общем, любой от мала до велика. Ребят может поучаствовать, попробовать себя в спортивных состязаниях. Видишь, расскажи, каких. Да. Ну, вот здесь представлены следующие виды. Это отжимания, удержание гантелей на вытянутых руках, прыжочки в мешках. Удивила своим разнообразием хендмейд-ярмарка. Свои работы здесь представили молодые модельеры из Щелково. Мы очень молодой бренд местного производства, не знаю, что сказать. Отшиваем из натуральных тканей все свои вещи. Стараемся не следить за трендами, а сделать так, чтобы у каждого человека был свой стиль. Ну, как бы и сами этого придерживаемся. Ну, вот, допустим, какие-то последние наши коллекции. Льняное платье, рубашечка. Закончился день выступлениями творческих коллективов округа и огненным шоу. Екатерина Сусенко, Станислав Беляев, Щелковское телевидение.